Всем привет, друзья! Сегодня я вам покажу крутые упражнения с гирей. У меня гиря 16 килограммчиков. Самое крутое, знаете, что в гире? В гире самое крутое, то что тут есть ушко. Потом я покажу, для чего оно нужно. Ну и вообще оно очень полезное. В отличие от гантели, в ушко можно запихнуть кое-что. Потом покажу это в суперсете. Полетели. Первое упражнение. Вместо того, чтобы просто поднимать как гантелю на бицепс, мы будем делать в таком динамичном порядке. Смотрите, как мы будем делать. И передаем в другую руку. В этом упражнении мы делаем 4 подхода по максимуму повторений, пока у вас просто битки не отвалятся. Но так как у меня гиря 16 килограмм, много тут особо не сделаешь. Максимум 12 повторений на каждую руку. Но зависит от того, какая у вас гиря, сколько килограмм. И там делайте уже на максималку. Если первое упражнение у нас прокачивало бицепс, то есть напрямую, изоляционное такое упражнение на бицепс, то следующее упражнение у нас будет прокачивать брахиалис. Брахиалис находится между трицепсом и бицепсом. Если его постоянно качать, он будет виден. Показываю упражнение. Беремся за гирю вот таким вот образом. То есть не вот так, а вот так бочком. И погнали делать. Вот таким вот образом. В этом упражнении делаем 3-4 подхода. Тоже где-то на 6-12 повторений, потому что вы много не сделаете. Следующее упражнение у нас тоже очень интересное. Оно выглядит вот так. В этом случае очень круто, что тут ушки есть. Удобно очень взяться вот так. И тоже упражнение на бицепс. Оно задействует как бицепс, так и брахиалис, поэтому очень удобно. И делается оно вот так. Такое чувство, как будто мы с мячиком играемся. Главное не уронить на ноги. В этом упражнении тоже можно делать 3-4 подхода. И здесь можно даже сделать по 15 повторений, потому что это упражнение довольно легкое. Мы работаем двумя руками, где-то 15-20 повторений. Теперь мы перемещаемся к дивану. Диван нам нужен для того, чтобы мы могли поставить руку вот таким вот образом, потому что тогда мы ее зафиксируем и только будет работать бицепс. Что мы должны сделать? Мы должны взять гирю, поставить руку таким образом, зафиксировать тело и работать на бицепс. Примерно как на скамье сквота. В этом упражнении тоже делаем 6-8 повторений, потому что если у вас гиря 16 килограмм, как у меня, то это довольно сложно, и вы много не сделаете. 6-8 вполне достаточно. Следующее упражнение – это суперсет. Как вы знаете, я обожаю суперсеты, поэтому если вы еще не были на сайте archimorris.com, то заходите, там все программы состоят из суперсетов на все группы мышц, очень крутые для любых условий. Заходите, покупайте, а мы переходим к следующему упражнению, которое состоит из 3 упражнений. И именно для этого нам понадобится вот это ушко. Оно понадобится нам для того, чтобы вставить туда палку и использовать эту гирю как штангу. Смотрите, что мы будем делать. Мы будем делать такую тему, что мы будем прокачивать внутреннюю часть головки бицепса, внешнюю часть головки бицепса, а потом, ну, обе части головки бицепса, и будет очень круто, тем самым у нас проработается вся наша банка. Смотрите, как это делается. Чтобы проработать внешнюю часть головки бицепса, мы делаем узким хватом, внутреннюю широким, а чтобы обе головки, то мы будем делать статику, статическое упражнение. Начнем, пожалуйте, с широкого хвата. Широкий хват у нас прокачивает внутреннюю головку бицепса. Делаем где-то 12 повторений. И переходим уже к узкому хвату. Беремся примерно вот так. Узкий хват у нас прокачивает внешнюю головку. Тоже делаем 12 повторений. И потом беремся средним хватом. Уже средний хват. Средний хват у нас на уровне плеч. И просто удерживаем статику. Вот в таком положении максимальное количество времени. Сколько можем.
Обещаю, после двух упражнений предыдущих вы не сможете держать долго, максимум секунд 20. И это максимально проработает ваши бицепсы. В этом суперсете мы делаем 3 таких подхода. То есть первый раз сделали, отдыхаем где-то 2-2,5 минуты. Потом делаем второй подход, отдыхаем 2-2,5 минуты. И третий подход. И все будет отлично. Значит, в первом-втором упражнении делаем примерно по 12 повторений. Опять же, зависит от веса вашей гири. И в конце делаем статику на максималку. То есть, чтобы наши бицепсы вообще отказали. Друзья, надеюсь, этот ролик был максимально полезным и информативным. Надеюсь, что все эти упражнения вам пригодятся. Будете их использовать, если у вас есть гиря, то вообще огонь. Также можете использовать эти упражнения с гантелей. Тоже нормально будет. Поэтому спасибо большое за внимание, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, заходите на сайт archivemorris.com, выбирайте программу для себя и начинаем работать.